Здравствуйте, с вами Солнечная Юна и Погода Юга на телеканале Краснодар. 2 декабря – день ванных флотилий. Устали? Скоро Новый год, и бег по кругу будней становится все быстрее и напряженнее. А море так далеко или все-таки близко? Наберем горячую ванну, добавим вкусной пены, только не забыть к любимому аромату щепотку настоящей морской соли. А теперь музыка для медитации, побольше свечей, и можно расслабиться. Или устроить настоящий морской бой с детьми. Главное, не забыть о технике безопасности. Надувном круге для малышни и настоящем красавце или красавице-спасателе для вас. В Краснодаре весь день пасмурно, но при этом температура со знаком плюс. Утром и вечером в Краснодаре 2-3 градуса, днем максимум 4 градуса. В Белореченске, в Армавире, в Крымске также будет пасмурно, и температура воздуха на протяжении всего дня составит 2-4 градуса тепла. В Анапе с утра уже дождь и плюс 3. В обед малооблачно 5 градусов, вечером уже пасмурно, плюс 5. А вот где действительно будет тепло и солнечно, так это в Туапсе. Утром уже 7-9 градусов малооблачно, в обед ясно и плюс 10, вечером 6-8 градусов со знаком плюс. Желаю вам, чтобы каждый день начинался с улыбки и с ожиданием невероятно жизненного эпизода. Пусть будет ради кого просыпаться, пусть только привлекательные и радостные эмоции ожидают постоянно за поворотом. А спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросевкофмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай, живи. Всего доброго!